Нарьян-Марский Богоявленский собор приобретает новые цвета, причем в буквальном смысле слова. На фасад храма впервые с момента его создания наносят краску. Это необходимо, как говорят представители церкви, чтобы внешний вид здания улучшить и чтобы бетонная кладка не разрушалась. Покраской фасада занимаются подростки. Новый цвет храму они сумели придать всего за несколько дней. Правда, покрасить еще предстоит другую сторону собора. Кстати, юные маляры работают по собственному желанию и денег за свой труд не требуют. Главное – благодарность, она дороже любых денег, говорят ребята. Подходят каждый раз люди и благодаря то, что красим церковь, хорошее дело делаем. А родители не против, они просто говорят, что хорошо, что делаем хоть что-то, кроме других дел. Компьютера. Это же все-таки не для меня, а как бы для всего города еще. Чтобы сами глаза свои радовались так же. Да. Школьников отблагодарил личный епископ Нарьян-Марский и Мезенский Яков. Покраской фасада фронт работ не закончится. До конца лета на территории храма предстоит посадить несколько деревьев, а также возвести церковную лавку, где будут выставлены различные книги. Кстати, поучаствовать в реализации планов по благоустройству территории собора могут все неравнодушные жители.